Дорогие тагильчане, приветствую вас из солнечного Магадана. Не зря его так называют. Сегодня погода солнечная. Но я хотел бы обратиться к вам по другому поводу. Вы знаете, мы с вами, выполняя поручение президента Владимира Владимировича Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева, прошли достойный путь. Вместе сделали немало хороших дел. Мы заложили основу дальнейшего развития Нижнего Тагила. И эти ответственные и важные шаги предстоит сделать буквально в ближайшее время. В этом году, в течение даже нескольких месяцев. Очень важно, насколько ответственно мы будем подходить к этим вопросам. Вы знаете, я всегда был против, не был сторонников митинговщины, особенно митингов несанкционированных. Они отвлекают от главного, от работы и уводят людей от сути проблемы. Сегодня я нахожусь здесь, выполняя поручения президента. Проблемы, могу сказать, аналогичные, их надо решать уже на уровне региона. Но еще раз подчеркиваю, в Тагиле сегодня есть все для того, чтобы двигаться дальше. И в том числе, я надеюсь, есть команда, которую мы создавали. Команда, включая всех горожан. Если вдруг этого не произойдет, значит, я где-то недоработал. Поэтому спасибо всем за оценку моего труда, за то беспокойство, которое высказывают тагильчане. Но я хотел бы вас и заверить, и попросить. Не надо митингов, а надо просто работать. И тогда Тагил будет продолжать развиваться и расцветать. А мы с вами еще раз увидимся, я думаю, неоднократно. Я вас помню и люблю. Без митингов, за работу.